Фу. Я живой остался за то, что я был в танке. Hey, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Васаби Скромник, Гуф. Пацанчики, поздоровайтесь. Привет всем. Всем привет. Сегодня у нас очень классная серия, потому что пацаны будут защищать базу, и здесь у них стоит очень мощная бомба, и я должен зайти в базу и взорвать ее. Если тебе тягушки, приятного аппетита, погнали. Ну что, первая атака моя. Отлично. Сейчас разлаживаем потихоньку эту технику. Отлично, первая есть. Танк пошел. Так, заезжаем в базу. Вадима. Хорошо. Но это же было просто, вы же понимаете, это первая волна. Ну что-то вы вот совсем плохо себе показали. У нас есть такие мощные пулеметы, автоматы, гранатометы, куча всего есть. Они пукалками сидели и просто проигрывали. Ну ничего, хорошо, будем вас наказывать. Давайте уже возьмем вот такой вот броневичок. Он уже поярче стреляет, смотрите. Уже здесь бронебойные идут. Осторожно, не спеша. Мне главное что, снять надо. Танк, один должен танк уйти. Прорываемся, прорываемся. Танка нет одного. Заезжаем. Отли. Ну все, я сейчас этот буду пытаться прям быстрее заехать. А ты с чего меня убил? С танка. Давайте, готовьте пулеметы, ставьте. Там куча стационарных крутых пулеметов. Берите любые. Даже самые имбовые. Давайте, давайте, потому что я уже еду на мощном танке. Дима, не на крышах стоят. Просто танки стоят на выходе. А, ну все, вам жопа. Так, у нас еще есть шанс проехать через мост. Смотрите, там мост есть. Попал? Красивая танковая баталия у нас пошла. Снимаем этот танк. Рикошет, да ладно, я не знал, что здесь такие прям рикошеты жесткие. Да ладно, он что рикошетит? Один под наклоном стоит. Есть попадание, еще разочек. Вот так надо стрелять в бок гусеницы. Смотрите. Красивый взрыв, мощный. Последний выстрел, красивый. Бум, видели, башня отлетела. Так, осторожно прорываемся, вижу врага. Есть! Враг снятый. Ну, я еще живой, не забываю. Я знаю. Он может сразу возрождаться и гасить меня. Блин, а я не убил тебя? Стреляю. Так, хорошо, ребята, видели? Засада есть, короче. Надо тот танк как-то красиво снять. Не буду удалять технику, посмотрим, сколько в конце ролика будет там взорванной техники стоять. А она сама пропадает, Дим. А, понял. Чтобы, наверное, не лагал горисмод, потому что то, что мы будем делать в конце, это будет мясо. Так что, ребята, досмотрите ролик до конца. В конце будет очень круто. А что мы будем делать? А, узнаешь. Не попал? Я бью твою позицию. Ты не попал. Не попадаешь. Я знаю, как прицеливаться. Я знаю, как прицеливаться. Ребята, смотрите, эту штуку не все знают. Попал? Нет. Еще раз. Вот так надо ставить. На вот это отделение. Смотрите, четкие попадания. Бу! Бу! Фух, вовремя, вовремя я уклонился. А что, я горю? Ой, я горю. Да! Расстреливаем сдалека по красоте. Вижу, 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 ты бежишь за Спанч Боба. Так, ребятушки, прорываемся. Надо не бояться. От первого лица вообще круто. Блин, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы снимем битву, баталию на вертолетах и на крутых самолетах. 2000 лайков, и мы сразу снимаем ролик. Даже если это будет завтра, мы это сделаем. Кто меня гасит? Танк, смотрите, обратите внимание, танк это не берет вообще.
Эй, физган свой запрячь. Красивый расстрелял здание. Пушку снимает. Бу. Слышали этот рикошет? Пушка улетела просто. Ох, броневик как. Так, вижу, вижу, вижу. Красиво. Ох, да откуда? Я не видел. Кстати, видите, как бывает? Надо просто не стоять, а сразу двигаться. Сейчас делаем другую тактику. Чего я взорвал? Ты вон чего? А я не знаю. С чего ты жахнул меня? Красиво, красиво, мне нравится. Давай я буду за этой пушкой стоять. Ребята, ну что, взял потяжелее технику. Наверное, одна из самых тяжелых техник, которая у нас есть в этой игре. Сейчас мы отдалим камеру. Надо еще вспомнить управление. Смотрите, как тяжело управляется эта техника, но она очень крутая. Так, давайте почекаем, кто где. Ага. Меня не увидит, потому что я сейчас стою за такой артиллерией, что ты не берешь дома. Давай. Блин, там никого нету, так внимательно смотрим. Надо свои позиции не сильно-то испаливать. Ого, там выстрелы идут. Вы с чего гасите? Я с пулемета. Поехали. Потихонечку прорываемся. Вот надо ехать где пониже. Или вот так вот бочком. Я не знал, что здесь, когда техника стоит под наклоном, идет такой мощный рикошет. Это же круто. Заходим с другой стороны. О, я взорвал этот танк все-таки. Это круто. Есть, есть. Заезжаем в город и взрываем все-таки мощную бомбу. Надеюсь, я сейчас взорву. Пацаны, вы готовы к мощному взрыву? Я заезжаю в город. Это было просто. Есть. Все, ребята, вот тут бомба стоит. Я сейчас ее отсюда даже и взорву. Смотрите. Ты не осмелишься. Как это не осмелишься? Надин, не пробил. Это же временный успех. Я заезжаю. Есть. Все. Я смогу. Я живой остался за то, что я был в танке. Вот это взрыв. Если я дорогу чекаю. Да, вон. Получай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, что за пулемет читерский? Нифига себе, она, кстати, машину насквозь прошивает. Снаряд полетел дальше. Ты представляешь, насколько она мощная у вас? Вот да. Это мощь. Ну ничего себе. Вы где такую технику взяли? Поберись в моде. Вот сюда. Давай, ждем. Он меня убил. Есть. Захватываем. Заезжаем на базу. Заезжаем. Выходим. Он взрывается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо, зажали. Есть. Нет, не убил. Четко снял. Заезжаем, заходим на эту технику. Отошел, щенок. Это моя база. Отлично. Я один, смотрите. Я один просто наказываю всех. Что значит опыт? Эй, ты что делаешь? Разбиваем технику. Обязательно технику разбиваем. Выходим и заходим во внутрь здания, где базуки. Ну что, пацаны, ядерные бомбы. Активируем. Нет.
Да у меня было 100 жизней, это не так уж и много, чтобы попытаться как-то выиграть. Это много, у меня почему-то 79. Да? Пацаны, выезжает тяжелая артиллерия. Ого, это что за мгновенное? Ого, раздолбали! У-ху-ху, у меня отлетела пушка на километр. А с чего это вы жахнули? Это корабельные орудия Бисмарка. Что за бисмаркалы эти ваши? Это лучший корабль. Да, ты больше не пройдешь. Ай. Ну что, где? Быстрей, быстрей. Он на танке огромный. Я не вижу. Есть, смотрите, как красиво попадание. Главное, что? Тактику, проявить тактику. Секретную позицию садись. Блин, может, поедешь на глазку? Хорошо, тут бомбы. Аккуратно едем, не спеша. Да ё-моё, я так испугался, это было громко. Тихо, пацаны, вы чё такие психи, а? Я сразу убежал. Ай-яй-яй, блин, а! Да вы задрали! Да дайте вас как-то убить чем-то, вы чё? Блин, а я не знаю, какой вас пушкой можно... О, я понял, чем вас можно убить. Мы спавним вот это. Наваливаем, пацаны, потихонечку. Ты что сделал? Это чтобы он знал, что к кому обращается в гости. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот так вы, значит, со мной, да, заговорили? Хорошо, хорошо. Давай, ты не пройдешь. Чё? Что? Что с вашей базой? Нифига себе, ты вашу базу разбомбил. Ничего не осталось. Если вам понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Всем отличного настроения и по самые ролики. Еще.